пробирках у нас находится масса зародышей. В каждом кусочке, то есть в грамме, до 11 тысяч этих зародышей. Сначала образцы для эксперимента тщательно отбирают. Не каждое дерево можно клонировать, нужны самые лучшие. Их ткани поочередно помещают в питательную среду, где и происходит вызревание. В результате появляется зародыш, будущее клонированное растение, после чего его пересаживают в среду для прорастания. Этот процесс занимает до полугода, говорят специалисты. Но даже во время клонирования могут происходить изменения, которые будут отличать деревья. Сейчас стоит большой вопрос, клоны они друг другу на самом деле или нет, потому что в теории они, конечно, клоны, так как это вегетативное размножение. Но в культуре ткани иногда из-за разных факторов происходят мутации, например. И из-за этого нужно подтвердить качество, то есть что они действительно клоны друг другу. Подобную биотехнологию в стране больше нигде не используют. В 2013 году исследователям из нашего института леса этот способ даже удалось запатентовать. Теперь в Красноярск приезжают ученые со всей России, Китая и Кореи за опытом. Уникальность методики в том, что клонированные деревья ничем не отличаются от обычных, но они в два раза быстрее растут и имеют устойчивый иммунитет к болезням и вредителям. Мы лиственницу размножаем, мы же не просто берем лиственницу. Лиственница очень сильно повреждается лиственнично-почковой галицей. Есть такое насекомое, которое почку поедает. Это бич для семенных плантаций вообще. Мы выбираем устойчивые деревья и, конечно, клонируем их. Деревьев эти очень мало, их единицы. Вот у нас три дерева из таких, которые мы склонировали. Они устойчивые, пока галицы нету. Но в лаборатории выращивание клонированных деревьев не заканчивается. Каждую весну ростки из пробирок высаживают вот в этой теплице. Сейчас здесь около 20 лиственниц. В мае здесь появится 200 саженцев, которые сейчас выращивают в пробирке, а деревья из теплицы пересадят в открытый грунт. Пока четкую технологию клонирования удалось разработать только для лиственницы. Но научные работники на этом не останавливаются. Подобным способом пытаются клонировать кедр. Причем над этим активно работают молодые ученые. Мы очень сильно надеемся, что и верим даже, что мы проделаем весь этот процесс, начиная от клетки до полноценного растения, мы все-таки клонируем кедр. Это будет поистине великое открытие не только в истории России, но и вообще мира. Просто нужно терпение и время. Экспериментировать, разные, может быть, использовать другие манипуляции, все-таки найти тот самый нужный кедр, дерево, и вообще еще, может быть, искать то дерево, которое даст нам нужные плоды вот эти.